Всем привет! Сегодня 6 февраля, воскресенье. Такая погодка. Там у меня птички уже петь начали. Так, ну а здесь у нас молодняк. Буду вот сегодня отсаживать. Тут у меня 4 зеленых. И здесь 4 желтеньких. Подсажу их вот к самочкам, там половину, к самцам, потом это начнут петь там. Ну, видно будет, кто где. Я разделю вот тут самки, тут самцы. Здесь у меня уже все по парам разобрались. Ну, начнем сейчас. Ловить буду вот таким сачком. Они его уже знают, боятся. Но не часто ловлю, редко. Когда отсаживаю. Или там кому-нибудь на продажу. Этот сачок я брал в Галамаркете, по-моему, 150 рублей он. Для бабочек называется. Ну, можно в зоомагазине где-нибудь взять, там дорогущий. Ну, ничем вроде не отличается. Что сейчас буду ловить? Птички знают этот сачок, уже боятся. Так, наверное, сам процесс не смогу показать, потому что телефон надо держать. Ладно, сейчас что-нибудь придумаю. Вот у меня дверца такая большая. Я ее вот открываю, и там у меня доступ большой. Я могу до любого угла вот этим сачком достать. Сейчас тут, конечно, будет самый неприятный момент. Они шугаются. Но это ненадолго. Быстренько приходит в себя. Ладно, ловим. Вот, поймал первого птенца. Сейчас я вот, у меня неудобно. Вот такой крокодильчик. Сейчас надо записать. Я уже забыл, какие где кольца у них. Ну, вот такой малек. И вот сейчас посмотрю, какое 33-е кольцо. Все, полетел. Ладно. Ловим остальных. Вот двоих я уже поймал здесь и мне отсадил. Одного туда я посадил. Вон. Осталось тут последнего сейчас поймать. Он вдалеке сидит. Ну что, сейчас попробуем. Сейчас, конечно, они будут шугаться тут. Так. Оп. Есть. Вот раз и все, он в домике. Мне неудобно. Вот так я долго. Вот все, поймал я. Вот такой вот крокодильчик. Ладно, это мне неудобно так. Все, пересаживаем сюда его. К самочкам. Ну, сейчас этих желтых еще поймаю. 4. Вот поймал желтенького. Так, сейчас какое у него кольцо? 31. Грудь такая прям у него коричневая. Сюда к самцам отправлю. Сейчас еще вот этих трех поймаю. Двоих поймал. Осталось двоих еще. Вот какие шустрые. Все, есть, поймался. Вот такой крокодильчик. Самочка отправим.
Все, сейчас я вас оставлю в покое. Ну и вот последнюю сейчас ловлю. Поймал последнюю. Отправляем. Все, отсадил всех. Сейчас они успокоятся. Пока трогать ничего не буду. Отойду, сейчас гляну. У меня там самочка, как она сидит. Не, сидит все нормально. Не напугал я ее. Так, тут у меня желтая должна сидеть. Он сидит, рычит. Ладно, все, оставляем всех в покое. Теперь им никто не будет мешать. А эти птенцы не будут туда лезть. Здесь не будут мешаться. Пусть тут растут. Сейчас они успокоятся тут. Двух зелененьких сюда посадил. Двух желтеньких. Вот один. Ну, второй летает. И там так, ну, они уже вроде успокоились. Клевать полезно. А потом уже будет, кто запоет, самцы раскидают к самке. Самки отдельно, самцы отдельно. Ну да, вот эти две точно синеньких. А получились они у меня. Черноголовый и от того красноголовый, зеленый, странно. Ну так не угадаешь, подбираешь синих, не получается, а тут от обоих зеленых. И вот тут тоже что ли какой-то синий отлили. Ладно, до конца долиняет, видно будет. Вон уже спускаются, едят, все даже вот. Не пришлось ждать прям сразу. Раз. Щегол у меня распелся уже, значит, весна близко. Ну, насыпал он это. Вкусняшек тоже налетели сразу. Все, порядок навел. Все, никто никому не мешается. Эти сейчас определились. Там вроде у меня тоже уже снесли яйца, но еще не сирует. Надо посмотреть, кто из них. Ладно, потом увижу. Маска прям полная. Да стой ты. Еще сомневался, думал, самец. Ну, это точно самка. Вон у синего башка линяет, какая белая-белая. Ну, на этом все.
Всем пока.